Доброго здоровья вам, друзья! Снова с вами лохматая душа. Уверена, вы рады. Ребят, и я очень рада вас видеть, читать ваши комментарии. И, ребята, просто кланяться вам низко в пояс за то, что вы делаете, за то, что вы нас поддерживаете, и то, как красиво и по-доброму вы о нас говорите. Спасибо вам. Спасибо, мои хорошие. Сегодня мы расскажем вам о маленьком ребенке. Да, нас много, мы взрослые, большие. Но самое страшное, ребята, когда ролики приходится рассказывать вот о таких детях. Перед вами маленький рыжий котенок. Маленькое чудо. Посмотрите, они умные, добрые, нежные и любящие нас, несмотря ни на что, существа. Ребята, маленький рыжик, мы не знаем, что с ним случилось. Но когда он к нам попал, оказалось, что у него лапка вырвана из плеча. Я не побоюсь сказать, что эта травма нанесена ребенком. Ребенок неудачно схватил котенка за лапку. Здесь получается слева увеличен нижнечелюстной. Лапа совсем у нас. Передняя правая висящая конечность. Сведем над рентген. Скорее всего, здесь лопатки будут перелом. Лимфоузлы увеличены. Да. Животик мягенький, никак. А здесь еще его травма. Так, и язык. Смотрите, здесь может быть и кальцевероз, кстати говоря. Смотрите, язык, слизистая языка. Вряд ли это травмировано. Ну вот, дружка, да, все, лопусь. Сколько весит у нас? Что, ну как это? Стой, лопучек, стой. Кило 200 вроде, вот, 600. Бегаешь ты. У него рентген здесь проблема. Плечо-лопаточный сустав. Рентген. Возможно, котенок вырывался. Его ухватили за лапку, и котенок упал, а лапка оторвалась и держится только на шкурочке. Оборваны все нервные окончания, выдернута лапка из сустава. Многие такого котенка понесут в клинику. Но есть и те, кто словно сломанную игрушку просто выбрасывает на помойку. Живое, измученное, больное существо. С жуткой болью, с вывернутой, выдернутой лапкой. Перед вами малыш. Как только он попал к нам, мы отвезли его сразу в клинику. Трактор, стой. К сожалению, помочь мы не смогли. Глубокой болевой чувствительности нет. Ребята, это страшно. Горло перехватывает, потому что любая боль, она вызывает сострадание. Она вызывает что-то такое, поднимающееся с души, что хочется, правда, кричать. Или мысленно ругаться по-русски. Ребята, перед вами малыш. Лапку ампутировали. А пока малыш находится у нас. Пока проходит реабилитацию. И что самое удивительное, несмотря на боль, как только подходишь к его клеточке, малыш поет. Потрясающие, удивительные существа кошки, заглушающие боль своей песней. Друзья, к тому же малыши не только становятся игрушками детей, но и чаще всего это болезни. И наши ушастенькие, поющие, лохматенькие становятся их жертвами. Жертвами инфекций.
Возле подъездов часто можно видеть малышей с залепленными гноем глазами. Несколько из них, ребята, мы отловили. Кого удалось? Кого-то вылечили, а кому-то, друзья, пришлось удалять глазики. Потому что инфекция выедает. Просто выедает. И малышей глазки сгнивают на корню. Ведь это страшно, ребята. Если вы можете, пожалуйста, помогайте. Друзья, помогайте. Вы в состоянии это сделать. Я вас к этому призываю. Спасибо за то, что вы с нами. Очень многие из вас, глядя на наши ролики, начинают помогать животным. И моя искренняя благодарность вам за это.